Здравствуйте, ребята! Вы приготовились к уроку математики. А теперь проверь, дружок, ты готов начать урок? Все ли на месте? Все ли в порядке? Ручка, книжка и тетрадка? Все ли правильно сидят? Все ли внимательно глядят? Замечательно. Тогда начинаем. Ребята! Отгадайте загадку. Во дворе замерзли лужи, Целый день поземка кружит, Стали белыми дома. Это к нам пришла зима. Какой праздник зимой с нетерпением ждут взрослые и дети? Новый год! Да! Этот веселый и долгожданный праздник ждут все. Раньше Новый год праздновали 1 сентября. Но в 1700 году Петр I перенес его на 1 января и повелел украсить каждый дом еловыми ветками. Елка стала символом Нового года. Без кого не обходится долгожданный праздник? Конечно, без Деда Мороза. Сегодня Дед Мороз нам передал письмо. Давайте посмотрим, что он нам написал. Дорогие ребята, волк похитил меня. Спасите меня, но для этого нужно выполнить задание волка. Ваш дед Мороз. Ребята, вы готовы выполнить задание? Тогда вперед в зимний лес. Ответы записывайте в тетрадь. Найти сумму чисел семи и восьми. Пятнадцать. Пятьдесят. Уменьшить на пять. Сорок пять. Первое слагаемое – двадцать три. Второе – семь. Найти сумму. Тридцать. Пятнадцать. Увеличить на 4. 19. Уменьшаемое 31. Вычитаемое 30. Найти разность. 1. Запишите наименьшее двухзначное число. 10. Из какого числа надо вычесть 3? Чтобы получилось 30. 33. Запишите число, в котором 7 десятков и 8 единиц. 78. Найдите разность 60 и 6. 54. Проверим ответы.

Десять один. Посмотрите. Каждому числу соответствует буква. Какое слово получилось? Выражение. Сегодня тема урока. Решение задач и выражений. На уроке будем совершенствовать умение решать задачи и выражения изученных видов. Записывать условия и вопрос задачи двумя способами. Краткой записью и чертежом схемой. Будем развивать навыки счета. Ребята, а вот и первое задание Волка. Решить примеры. Математические выражения. К 36 прибавили 2. Единицы складываем с единицами. Получилось 38. К 36 прибавили 20. Десятки складываем с десятками. Равно 56. Из 38 вычитаем 2. Из единиц вычитаем единицы. Получилось 36. Из 56 вычитаем 20. Десятки вычитаем из десятков. Равно 36. Молодцы. Выполнили задание волка. Оцените себя. Запишите выражение и вычислите их значение. К числу 24 прибавить разность чисел 30 и 24. Первое действие выполняется в скобках равно 30. Из суммы чисел 37 и 6 вычесть 37. Первое действие выполняем в скобках. равно 6. Молодцы. Ребята, посмотрите. Волк запутывает следы. Вот следующее задание. В числовых выражениях нет математических знаков. Из 15 вычесть 9 равно 6. К 6 прибавили 7, получилось 13. К 20 прибавили 3, получилось 23. 23

Молодцы справились. Оцените свои успехи. Телеурок. Ребята, куда нам дальше идти? Посмотрите. На поляне два колодца. Глубина первого колодца 7 метров, а второго на 3 метра меньше. Нам надо узнать, Глубину второго колодца. Если ответ десять, то нам налево, а если четыре метра, то прямо. Расскажите, маме, как получилось десять метров и как четыре метра. Какой ответ задачи у вас? Правильно, четыре метра. Запишем краткую запись условия. Первый колодец 7 метров. Второй колодец, неизвестно, на 3 метра меньше. Чтобы узнать глубину второго колодца, надо из 7 вычесть 3, равно 4 метра. Правильно. 4 метра. Запишем краткую запись условия. Первый колодец 7 метров. Второй колодец, неизвестно, на 3 метра меньше. Чтобы узнать глубину второго колодца, надо из 7 вычесть 3, равно 4 метра. Значит, нам надо идти прямо. А вот и лиса, подружка волка, предлагает решить задачу. У продавца было два куска ткани длиной 38 метров и 50 метров. За один день он продал 40 метров. Ребята, это задача? Нет, это не задача, потому что нет вопроса. Посмотрите, тут есть выражения, что они обозначают. Что узнаем, решив первое выражение? Из 50 вычесть 38. Насколько больше ткани? во втором куске, чем в первом, или насколько меньше ткани в первом куске, чем во втором. Что узнаем, решив второе выражение? 38 прибавить 50. Сколько метров ткани в двух кусках? Третье выражение... Из суммы чисел 38 и 50 вычитаем 40. Сколько метров ткани осталось у продавца? Давайте поставим вопрос, соответствующий условию. Сколько метров ткани осталось у продавца? Какое выражение станет решением задачи? Третье. Запишем условия задачи. В первом куске 38 метров, во втором куске 50 метров, продал 40 метров. Первым действием узнаем, сколько всего ткани в двух кусках. К 38 прибавляем. 50 равно 88 метров. Вторым действием ⁇ сколько осталось? ⁇ Для этого из 88 вычтем 40. Равно 48 метров. Запишем выражение из суммы чисел 38 и 50. Вычтем 40. Равно 48. Запишем ответ. 48 метров ткани осталось у продавца. Замечательно. Ребята, мы вышли к домику Деда Мороза. Из каких геометрических фигур состоит домик? Из треугольников. Четырехугольников, кругов. Сколько вы видите всего треугольников? Три. Сколько четырехугольников? Пять. Сколько кругов? Два. Молодцы. У Деда Мороза в мешке были подарки. Когда он подарил одиннадцать подарков детям, у него осталось 8 подарков. Сколько подарков было в мешке у Деда Мороза? Решите задачу. Какой ответ у вас получился? Правильно, 19. Один ученик решил задачу так. 11 минус 8 равно 3. Расскажите маме, как он решал. Каким действием нужно решать задачу? Сложением. А почему сложением? Ведь Дед Мороз подарил подарки. Потому что находим большее число. То, что было. Хорошо. Я вам предлагаю записать условия задачи чертежом, схемой. Подарил 11. Осталось 8. Сколько было? Вопрос. Запишем выражение. К 11 прибавим 8. Равно 19 подарков. Ответ. 19 подарков было в мешке у Деда Мороза. Мы выполнили все задания волка правильно, и он нам вернул деда Мороза. А наш урок подошел к концу. Теперь продолжите предложение. Сегодня на уроке я узнал, я научился. После урока мне захотелось, но мы забыли про елку. Посмотрите. Какая она грустная. На ней нет игрушек. Давайте ее оживим. Если вы считаете, что урок прошел для вас интересно, вы себя проявили, хорошо работали, красный шар. Если не все пока удалось, есть какие-то проблемы, что-то не получилось, желтый. Если вам было сложно разобраться, вам нужна помощь зеленой. Замечательно. Вот урок и окончен. Вы все сегодня молодцы. Уверена, что все задания выполняли хорошо. Спасибо за работу. До новых встреч на уроках математики.